Назарбаев не может и не хочет очертить перед своими подданными границы опасности и размер проблем. Большая часть его сограждан просто не понимает, что происходит и что может происходить вокруг Казахстана. И поэтому призывает жителей страны просто поверить. Надвигаются тяжелые времена. Годами он выстраивал свое государство как феодальное владение в российской тени. Потому что все, что защищало Казахстан, на самом деле рассчитано на защиту трона, то есть против собственного народа, а не против внешней опасности. Казахстанцы как политическая нация не существуют. Это просто бывшие советские люди, живущие в Казахстане. И если Путин захочет откусить от Казахстана половину, так и откусит. Итак, президентом Назарбаевым провозглашена новая экономическая политика. Что же такое НЭП по-назарбаевски? Если совсем коротко, то экономическая ситуация так поджала, что теперь будем тратить деньги, что накопили на черный день в Национальном фонде. Таким образом, президент Назарбаев признал, что черный день настал и пора распечатывать нацфонд. Это главное, что содержится в выступлении Назарбаева, и это, собственно, и является сутью новой экономической политики Ак-Орды. Сегодня в послании президент дал ясное указание чиновникам окончательно разграбить Казахстан перед тем, как его сольют в Евразийский союз. Прямо так и заявил ошарашенному народу, мол, воровать будем, аж пыль столбом стоять будет. До этого типа неохотно воровали, без размаха. Назарбаев разрешил дербанить последнюю заначку страны. Байбек предусмотрительно сообщил, что новая антикоррупционная программа уже готова. Все очень конгруэнтно. Бизнес предупредили, все будет по-взрослому.